Академия МВД Беларуси отмечает юбилей 60 лет со дня образования. За это время пройден длинный путь от отделения факультета заочного обучения до профильного университета. Сегодня Академия МВД – один из самых успешных вузов страны. В его структуре 6 факультетов и 19 кафедр. Многие выпускники удостоены высоких государственных наград и почетных званий. В их числе нынешний министр внутренних дел Игорь Шуневич. В праздничных мероприятиях примут участие зарубежные делегации, представители учреждений образования, с которыми Академия сотрудничает уже многие годы.